Центр развития туризма подготовил для тагильчан подарок. Проводит бесплатные экскурсии, приуроченные ко дню города, листая страницы истории. Маршрут сегодняшней экскурсии проходит по очень интересным местам. Это места утерянных артефактов, то есть исторические какие-то достопримечательности, которых сегодня уже нет, но они несут особую ценность для истории и развития Нижнего Тагила. Памятник Черепановым в центре Театральной площади – один из главных символов города. По задумке скульптора в руке Мирона Черепанова был циркуль. Но после открытия монумента чертежный инструмент пропал. Заказывают еще партию из 12 циркулей. Гостям города мне стыдно рассказывать, но эти 12 циркулей исчезают за период 3 года. Вставляют – уходят. Вставляют – ножки вырастают, циркуль уходит. Я придумала, знаете, какое оправдание? Что в нашем городе действует тайная масонская ложа, но, по крайней мере, на тот момент была. Также во время экскурсии можно узнать, за какие заслуги тагильчане на народные деньги установили в центре города памятник сыну историка Николая Карамзина Александру, почему его называют последней любовью Авроры Демидовой и как связан с Нижним Тагилом режиссер «Белого солнца пустыни» Владимир Мотыль. Такая экскурсия будет интересна, ну, наверное, любому возрасту. Большой интерес вызывает у жителей Нижнего Тагила. Мы это видим по предварительной регистрации, которую организуем на нашем сайте. Хотите узнать еще больше об истории любимого города? Экскурсию повторят в субботу, 7 августа. Для этого нужна только предварительная регистрация на сайте Центра развития туризма.